Труфанова. И вот я хочу обратить ваше внимание, вы помните, какая вчера была погода? Что вчера творилось? Вот как было так замечательно шумно вчера, да, ветрено, снег. А посмотрите, что сейчас. Вот, мне кажется, это первый раз. Вот я вот стою на сцене, на меня падает солнце. То есть не только вот освещает это искусственное освещение, но я вижу, даже немножко глаза слепит, то есть реально солнце. То есть это все почему? Потому что у нас сегодня с вами будет замечательный концерт. Сегодня будет выступать интересный автор из города Киева, радиожурналист, поэт, член Союза русскоязычных писателей государства Израиль, бард, очень известный бард не только на территории нашей страны, но и за ее пределами. Я с огромным удовольствием сегодня приглашаю на сцену нашего, я не побоюсь сказать, вот друга нашего города. Инна Труфанова, город Киев. Добрый вечер. Прекрасные жители прекрасного города. Я в прошлый раз это говорила и сегодня говорю это. Минуточку. Так. Шановні друзі, в зв'язку з обставинами, які склалися, ми змушені відкласти початок концерту. Прошу зберігати спокій, залишатися на місцях. Світлана, давай. Екстрене сообщення. Діло в тому, що сьогодні у нас не просто концерт, а концерт, посвящений 25-літтю творчої діяльності. І ми... По-моему, ты волнуешься, по-моему, ты испугалась. Ну, конечно, испугалась. Боже мой, Саша, так, серьезно, такие становища. Он тренировался, не знаю. Вот, Ин, мы тебя поздравляем со всеми праздниками, которые вот случились сейчас. От всех нас и от нас. Это от нашего актера. Инна, мы знаем, что Черновцы для тебя стали уже родным городом, а к себе домой всегда приходят со своим ключом. Вот такой ключ от города. Спасибо большое.